Пожар на ТЭЦ-2 случился 25 декабря в 13:45. Загорелись комплектно-распределительные ячейки на главном распределительном устройстве станции. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Сгорело 0,5 погонных метров изоляции электрического кабеля в подвальном помещении. Подача отопления и горячей воды на город тут же была остановлена. Сама станция была переведена на циркуляционный режим. Позже станцию удалось запустить лишь на пониженных параметрах, в связи с чем Аким Темиртау обратился к жителям с просьбой. У меня будет очень большая убедительная просьба к населению города Темиртау все-таки бережно относиться к воде с теплотрасс, не сливать, температурный режим мы выдерживаем. Сейчас на станции работают 3 котла и 1 турбина. Вторую намереваются отремонтировать в течение 14 дней. Сейчас ТЭЦ способна выдавать температуру лишь до 67 градусов на выходе. Этого должно хватить для нормальной подачи тепла в дома, но с условием, что температура на улице будет не низкой. Температура сегодня пока на улице плюс 1, плюс 2. Мы график выдержим, но будут небольшие проблемы в течение 10 дней, пока не восстановятся турбины, пока не восстановят. Это порядка 10-15 дней, поэтому максимум температура, которая будет, это 67 градусов. Поэтому при минусовой температуре, понятно, это будет график не выдерживаться. Единственная просьба, чтобы все понимали это и не сливались, потому что будет тогда еще будет ниже. Чтобы обеспечить город теплом, необходима работа минимум 2 турбин. По словам коммунальщиков, привести все в норму удастся не раньше 5 января. Пока же ситуацию держат на постоянном контроле. Сергей Баданин, Зура Есмурзаева, новости Темиртау.